Экранчик. Обалдеть. Сколько ему лет? Кто бы мог подумать, что мы найдем монетку? Блин, она очень тяжелая. Здорово, народ, вы на канале Миклуха Макфлай. Сегодня выбрались вот на такую реку, это Ака. Живем мы на дебаркадере и решили, ну, прям вот отсюда побросать. Уже был первый улов, уже поймали. Вот такую вот штуку, прикиньте. Посмотрим, что будет дальше. В общем, вот такое у нас сегодня место для бросания. Здесь прям реально очень красиво, широченная река. Тут недалеко город Коломна, я так понимаю, но я слабо ориентируюсь в том, где мы находимся. Мы просто в командировке, ну и ночуем, собственно, здесь. Решили побросать. Не-не-не, там прям что-то есть. А что ты узел не развернул? О, глянь, правда. Что это, какая гильза? Второй заброс. А, чуметь вообще. Что за херня? Да кто знает, трубный кусок. А там улитки, да. А, и... Продолжаем. Шел. И вот тянет вообще туда, под боржу. Течение, да? Под боржу тянет. Гляньте, арматурина какая. Экран. Что? А экранчик. Обалдеть. Сколько ему лет? Нормально. Сейчас мангал достанешь. Мангал, скорее всего. А что тут еще можно достать? Что здесь металл? Опа! Что-то большое. Чем боржу достану? Опа. Это какой-то некислый кусок железа, я вам хочу сказать. Бензин, но... бензин отбили. Ничего нет. Я в нее оторву. Не знаю. Давай, пятый заброс, пятая железяка. Эх ты, что-то есть. Наконец-то пусто. Сколько килограмм? Блин, она очень тяжелая. Кстати, такие, да. Дождь пошел, мы под крышу переместились. Сейчас попробуем. Обмотай себе звонок. Да, и утону вообще с ним. Опа! Ты кто? Я дно. Куда это все девать вообще? Ну, тут вообще очень глубоко, на самом деле. Там что-то есть. Я сейчас весь мусор отсюда достану. О, унитаз. Часть унитаза. По-любому, да, часть от шутера? Нет. Это... Ну нормально, сегодня вообще неплохо идем. Неплохо идем. Скоро на металлоломе заработаем очень много денег. А если ты ты чувствуешь, что там что-то есть? Вот сейчас да. Давай. Но он отпускает, там что-то под илом. Мне кажется, прям сейчас нормально, так натянуто идет, нет? Ну, там что-то цепляло, спускал, цепляло, спускал. Там как будто металлические плитки что-то выстрелили. Металлическая плитка выстрелили, да? Знаешь, бывает, на заводе. Мне кажется, сейчас там есть что-то по-любому. Но ты их будешь бросать, пока ничего, пока что-то не поймаешь. Александр пока ничего не достал, ну? Вон лузер. Потом Толик лучше придет. Посмотрим. Тут просто подкрышек, хорошо. Опа! Есть! Отлично, что это? Свежачок. Кусок забора. Здесь круто. Кто бы мог подумать, что мы найдем монетку. Опа, рублик, да? Да, просто рубль. Современный. Современный? Да, просто рубль. Ну, тоже не... Дождь идет. Вообще идеальный место. Дождь, а мы бросаем. Это могло быть похоже на пляж на реке Воронеж, если бы не корабли. Это дерево, оно не должно притягиваться.
Так, я решил прощупать дно. Опа. Там что-то очень большое реально лежит. Народ! Надо в кафе сдавать. Год какой. Хоп. Да это вообще современность. Да. Прикольно. В общем, у нас сегодня грандиозный улов. Вот там куча металлолома лежит. Ну и то, что поймали с этой платформы. В общем, река Ака богата на металлолом. Круто!